Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSM-репитеры.ру. Технологии постоянно развиваются, и сотовые усилители тоже не стоят на месте. Еще несколько лет назад репитер был предельно простым устройством. В лучшем случае он был оснащен индикацией входящего сигнала и переключателями ручной регулировки. С тех пор производители добавили в репитеры множество дополнительных функций, которые призваны упростить настройку системы усиления. Одна из таких функций – это умный режим, когда репитер сам определяет все необходимые параметры. Сегодня мы поговорим об одном из таких решений от российского завода Baltic Signal. Это готовый комплект, куда входит трехдиапазонный умный усилитель сигнала и набор антенн. Репитеры и антенны дополняют друг друга и используются вместе. Набор рассчитан на 300 квадратов и подходит для городов, пригородов и даже дач. Трехдиапазонный усилитель BSGSM DKS 3G70 Smart поддерживает наиболее востребованные диапазоны сотовой связи. Эта модель охватывает всю GSM-связь всех операторов. Также тут есть поддержка связи и интернета 3G, тоже всех операторов. Наконец, этот репитер поддерживает один из 4G стандартов на частоте 1800 МГц. А эта частота, к слову, уже очень широко распространена в городах и населенных пунктах. Другими словами, установка одного этого репитера покрывает уйму задач, особенно если вам нужно усилить связь для многих абонентов. А вот это слово «smart» в названии указывает на то, что репитер поддерживает режим автонастройки. Давайте посмотрим, как же выглядит репитер. Вот такое устройство с разъемами под антенны, экранчиком и клавишами управления. В коробке также находится штатный крепеж на стену и блок питания. Теперь про антенны. Они нужны, чтобы принимать и раздавать сотовый сигнал. Одна антенна уличная, ее нужно смонтировать на фасаде или крыше здания. Вторая, комнатная, устанавливается в помещении. Давайте посмотрим, как эти антенны выглядят на самом деле. Широкополосная уличная антенна заключена в корпус-трапецию и поставляется с крепежом на кронштейн или мачту. Собственное усиление этой малютки составляет целых 11 дБ. Кстати, про мачты и их назначение мы не так давно делали отдельный видеоролик, можете посмотреть его вот тут. Антенна имеет встроенный кабель длиной 10 метров. Чтобы заводить кабель в помещение было удобнее, на конце установлен тонкий разъем SMA, а для соединения с репитером используется переходник. Комнатная антенна выполнена в виде небольшой панельки. Она крепится к стене и подсоединяется к репитеру двухметровым кабелем. И вот так выглядит система в сборе. Репитер работает и усиливает сигнал, поступающий с уличной антенны. И здесь мы подходим к самому интересному. Эта модель репитера имеет усиление 70 дБ и ручную регулировку на 31 дБ. Однако, если включить режим Smart, то репитер выполняет настройку самостоятельно. Это режим автопилота, при котором вмешательство пользователя вообще не требуется. Разумеется, этот режим можно отключить и настроить репитер самостоятельно. Также на ЖК-экране указывается уровень входящего сигнала. Эта информация пригодится для настройки уличной антенны. Наконец, здесь присутствуют индикаторы перегрузки, которые помогают вам понять, если вы что-то настроили неправильно. Кстати, обязательно читайте инструкцию, она может вам помочь. В общем, комплект простой, понятный и удобный в монтаже и конфигурации. Нам линейка репитеров Smart от Baltic Signal кажется очень удачной. Поэтому, если вам нужен универсальный усилитель связи и интернета, ссылка на товар, как всегда, будет в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч!